Всем привет, господа! Небольшое вкрапление у нас очень много воды, и поэтому прямо море пенится. А как смотрится живописующе просвет солнца. Как это все живописно смотрится. Думаю, а почему бы вам не показать, в конце концов, достопримечательности. Язык заплетается. Редко пользуюсь речью, поэтому это самое... Иногда не складывается хорошая, красивая речь. Вот. Поэтому... Вот такое вот сумбурное изложение. А? У нас дожди в последнее время шли. Причем, ну, такие вообще прямо экстремальные. Вчера дождь валил. И вот оно, пожалуйста, видите. Природа бушует. Природа заявляет о себе таким образом. Вот наш замок. Ждет весны. Вот она, Патриция Франкония. Господа, видите, как я снимаю художественно. Опа! Вот так. Вот она. И рукой показывает, видите, говорит, вот такая жизнь, господа. Ничего не сделаешь. Ничего не поделаешь. Все как придется. Как круто, да, смотрится вот просвет этот, да? Супер, просто художник. Прям видео-фото-художник. Так что вот такая действительность. Народу много. Рестораны полны. Всего полно. Народ двигается, народ как-то не соблюдает статьи и обряды, которые должен соблюдать. Вот. А мы решили немножко по делам здесь занырнуть. И, соответственно, конечно же, снять вам действительность, зима. Зима, как говорится, без снега, слава богу. Было вообще тепло, очень тепло последние дни, там чуть ли не до 16 градусов. О чем вам подтвердить святой Кильян, вот он. Только что вот проглядывало солнце, это вот я просто немножко опоздал. Это было феерично, конечно. Фееричное такое вообще зрелище. Ну вот он говорит, ребята, не переживайте, все пройдет. Я имею в виду все эти невзгоды, связанные с этими вирусами. Говорит, это всякое было. Все будет нормально, все будет в рамках. И вот туда ведет улочка. Кто с нами еще не ходил, вот прямо по курсу мы видим этот дом. Это главный собор нашего города. Вот я его приблизил немножко. Это Домский собор. Он большой, он в форме креста, если сверху посмотреть. Красивый. Внутри я не снимаю такие объекты. Не люблю я что-то их так снимать. А внешне. Внешне можно. Так что я даже удивлен, в принципе, народец
имеется, имеется на улицах. Вот рыцарь Рипинус в доспехах. Здесь когда-то была первая электростанция в нашем городе. Это очень старая. Вернее, я вру. Просто взял и наврал сразу вот сходу, да, вот. Это мельница, я извиняюсь. Я что-то мне привиделось. А теперь здесь ресторан. Ресторан. Вот такие вот у нас волны, господа. Вот. Как это все мощно. Как это все мощно выглядит. Это святая, чуть ли не Татьяна, Сан-Татнан. Вот она. Тоже классно смотрится. Так что продвинемся, ребята, немножечко. Немножко продвинемся. Вглубь. Рестораны осветили побережье огоньками. Звон фонтанов и поет гитара за Одессу маму. И в загранке я тебя всегда по памяти встречаю. Тра-ра-ра-ра. Слова забыл, как обычно, знаете. Это все не специально. В голове столько всего вот именно насущного, что вот сегодня нужно воплотить, что вот эти вот какие-то нюансы так, навскидку, не всегда, не всегда. Ну, тем более бесплатно, когда поешь, знаете, не то вдохновение. Не тот драйв. Вот так вот. Ну, это шутка была опять там, знаете. Все-таки, чтобы никто не заподозрил бы чего, как пел Высоцкий. Чтобы я не отчебучил бы чего. Вот, ребята, наш горсовет реставрирован, покрашен, выкрашен. В общем-то, в хорошем, отличном состоянии. Вот он здесь. Вот туда вот, где красное здание, это вообще древнейшее здание. Туда заходишь, там горсовет. Предлагается, как это, МФЦ, да, можно назвать такой. Фонтанчик. В этом году опять, конечно, парада не будет, я думаю. Я думаю, не будет его. Я имею в виду на карнавалы. 1868 год, его реновировали, то есть его как бы впервые реставрировали. Вот такой вот. Это Ротскеллер, там ресторан, короче, вино, все, что положено, закуска, все есть, заходи. Антиалкогольного закона нет. Можно принять. И ничего за это никому не будет. Вот видите, народу сколько, да? Я что-то даже думал, как поменьше. Но тем не менее, обычный будний день, ничем не выделяющийся из общего количества дней. 22-й год, зима. Скоро православное Рождество. Всех с наступающим, господа и дамы, будьте здоровы, рад был всех вас видеть, держитесь, все будет нормально, и все будет только в позитиве. Пока, с наилучшими пожеланиями.